ВДС моляться за мир в Україні. Темі значили День пам'яті святих Петра і Павла, а також Каспарівської ікони Божої Матері. Саме її вважають однією з найбільших святинь півдня України. На честь свята віряни пройшли хресною ходою вулицями міста. Молитва обращенной к Божьей Матери утверждает нас в том, что все пройдет. Пройдут и эти сложные времена. Нужна сила, нужно мужество, нужно твердое стояние в вере для того, чтобы быть со Христом во Христе и чтобы у каждого в жизни у нас было все христоцентрично. Украинская православная церковь проводила такие крестные хода все эти 5 лет. Все очень тяжелые 5 лет для Украины. И я думаю, что то, что во многом мы сохранили мир, и то, что мы на сегодняшний день имеем шансы победить войну на Донбассе, во многом это благодаря молитвам Украинской православной церкви. Это, наверное, повод напомнить, что мы все едины, что мы все православные. И вот эта вот война, во время которой гибнут православные по обе стороны, это ни к чему хорошему не приводит. Нужно это заканчивать, это большой грех. Нужно мириться, садиться за стол переговоров и начинать жить дружно, мирно и продуктивно. Это действительно прекрасно, когда столько верующих собираются в едином порыве из всей Одесской области и чувствуют единение. Спасибо владыке Агафангелу. Более 4000 принимало участие и в крестном ходе, и в молитве. Действительно, молитва приобретает другую значимость, другую силу.